управления. Формируются и хранятся дела в соответствии с правилами, утвержденными архивными органами. К основным нормативным документам у нас относятся государственный стандарт R6.30-2003, унифицированная система документации, унифицированная система организационно-распорядительной документации, требования к оформлению документов, утвержденная в Москве в 2003 году. Вторым нормативным документом является типовая инструкция по делу производству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденная в 2005 году и вступившая в действие в 2006 году. Следующим документом являются основные правила работы архивов организации, выпущенная и утвержденная в 2003 году. Следующий документ – это перечень основных управленческих документов, образующихся в деятельности организации с указанием сроков хранения, утвержденный в Москве в 2002 году. Должностную инструкцию мы оформляем на основании квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих. Также мы используем инструкцию по делу производству, разработанную в вашей организации. При составлении инструкции необходимо помнить о правилах, установленных законодательством.